Германии супруги нашли 108-летнее послание в бутылке. Через стекло виднелась записка со словами «разбейте бутылку». Оказалось, что письмо отправил английский ученый. Послание случайно нашли супруги Уонклер и во время отдыха. Семейная пара не хотела разбивать бутылку, но иначе вскрыть ее не удавалось. Внутри они обнаружили открытку и записку. В письме сообщалось, что оно было отправлено президентом Морской биологической ассоциации Великобритании с целью исследовать скорость и направление морских течений. Он просил сообщить о находке в место, где он работает. В записке обещалось, что за выполнение просьбы их ждет награждение в размере 1 шиллинг. Супруги сделали все необходимое. Добавлю, что супруги Уинклер получили свое вознаграждение за вклад в науку. Специально для них сотрудники ассоциации приобрели старейший шиллинг. Ранее австриец нашел на пляже бутылку с мистическим посланием. В бутылке оказалась вырванная страница из дневника за январь 2013 года. В ней неизвестный автор призывал того, кто найдет письмо, не бояться рискнуть, чтобы добиться цели.